Это еще кто? Только посмотрите на это чудо-юдо. Красная жаба с желтым животом. Огня, наверное, боится? А, вон и... Вижу, куда вставлять фигурку. Смотрите, над грибом. Одна стоит, одну у нас, один у нас есть фигурка, и одну нам надо расшифровать. Давай, зажигаем. И оно чудо. И оно что-нибудь открывает. Смотрим, что-то произошло. Похоже на факела. Это там, где красный с рогами ходил. Ну что, пойдем на пролом. Так эти мусор. Осы. А что если вот так их заклинанием? A swarm of bees is coming after Teku. Ручел, ручел. Чекаем, чекаем, чекаем. Пчелы-убийцы. Парень, так что ты? А. Что там у нас? О. Ага, круг замкнулся. А ты типа меня убил, блин? Ну что, жаба, ты не боишься огня? In the center of the pond there was an enormous fat toad. Teku recognized him. It was the toad carved in the rock. With a little luck, he would let him pass by. Повезет проскользнуть. Еще надо мимо нее пройти. Мы еще не пробовали плавать. С огнем не попал. Почему уродливая? Мне нравится. Огонь потух. Следовало ожидать, конечно. Короче, нам надо направо туда. А с жабой надо что-то делать. Огня она не боится, конечно. Жаба, вот я с огнем. Я проглотила вместе со свечкой. Нет, ножик. Оно. Йо! Гриб. Бубы. Ну и. Все равно проплыть мы не можем. О, кстати. Уже надо как-то ручки еще раз ставить. Уже может легче бегать ему, блядь. Тык. Это управление ручками. Вниз надо было ручку. О! Вода побежала на жабу. Ох и жаба. Так. И все, мы просто прогнали жабу. Underneath the corpulent Toad King was one of the coins Teku needed to use the boat. Желтая чекарка, оранжевая кнопочка нашлась. Ну, парень, что тут у нас новенькое? Что-то у нас тут новенькое.